Приветствую на канале Astro Play. Мы продолжаем играть первую готику. Так, и что уже у нас? А, мы же шли в новый лагерь туда. Не знаю, стоит ли оно того, не стоит. И еще нам надо. Ты снова хочешь получить? Привет. Я новенький. Новичок, расскажи мне что-нибудь о внешнем мире. Я уже целый месяц не получал оттуда никаких новостей. Я Кирга. Я участвую в боях на арене. И как проходят твои бои? Бои на арене? Я совсем недавно начал этим заниматься. Но за мной уже есть одна победа. Вот почему ты дохлый такой. Все понятно с тобой. Что ты здесь делаешь? Я... Так, а ты сражаешься на арене? Мои учителя из братства прислали меня сюда сражаться во славу спящего. Я удостоился этой чести, чтобы показать неверным, какой силой меня наделил спящий. Фанатик, короче. Не хочу слышать этот болтовню. Теперь ты готов. Ох ты! А раньше мне у кого-то надо разрешение было спрашивать, там кого-то проходить, он-ка. Что ты здесь делаешь? Я отвечаю за бои на арене. Организую ставки, нанимаю бойцов. Ну, еще что-то делаю. Почему же люди из старого так? Я думал, что отношения между людьми из старого и нового лагеря не самые дружеские. Почему же они сражаются здесь? Все просто. Раз в неделю на арене устраиваются бои. А рудокопы после тяжелой работы с удовольствием приходят посмотреть, как наши бойцы бьют лентяев из нового лагеря. Обычно наши люди делают больше ставок, когда дерется кто-нибудь из них. Лично мне не нравятся люди из нового лагеря. Но дело есть дело. Так, понятно. А ты тренируешь бойцов? Конечно. Но я делаю это не ради развлечения. Если хочешь, чтобы я тебя тренировал, придется заплатить. Ну, это я уж понял так. Блин. Ну давай, мне научи меня надо лучше это. Владеть одноручным мечом. Ты уже получил начальное представление о владении этим оружием. Если ты будешь держать меч клинком вниз, ты сможешь вложить большую силу в свой первый удар. Помнишь, что я говорил о хорошем размахе? Следующий шаг на пути к мастерству – умение использовать движение собственного тела. Если ты успел нанести два удара, сделай разворот. Это отвлечет противника и даст тебе возможность выбрать более удачную позицию. Затем размахнись и нанеси удар справа налево. И вернись в исходную стойку. Не забывай при этом, что мастерство приходит с опытом. А теперь иди, и не забывай о тренировках. Ну, понятно. Так, ладно. Ну, пойдем, посмотрим. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Ну, чё ты? Это не слишком интересно. Да, назревает проблема. Нельзя верить всему, что говорят. Я хочу попробовать с тобой сразиться. Приготовься! Ага, у тебя меч в 3 раза больше моего. Только между нами, другим не нужно рассказывать. Я не имею отношения к этому делу. Какое со мной больше? Что-то не так. Ну, по крайней мере, не грабил меня так. Нет, так не пойдет. Ты снова? Так. Вот с тобой еще не говорил. Опять нужны проблемы. Почему ты... Так, я здесь недавно, скажи, я здесь недавно. Скажи, кто ты? Я Карим. Наверное, ты прибыл сюда недавно, иначе ты бы уже знал меня. Я лучший боец из всех, кого забрасывали в этот лагерь. Так, короче. Ладно, с тобой я потом сражусь. Раньше все было намного лучше. Пойду и возьму свою дозу. Пожрать, стоять. Пожрать, говорю, дай жрать. Ты... Да, так и... Все так. Так, мне надо амулет спящего одеть.
Так. Призрак Рудокор. Ты не должен верить всему. Здесь никому не интересно. Привет! Что ты здесь? Падло, ты кто такой-то? Чтоб тебе ответить достойно по зубам. Со мной такого не случится. Не то, что сейчас. Эй, постой! Ты хочешь сказать? Не хотел бы я... Эй, на этот раз тебе повезло, но я бы с удовольствием проучил тебя. Днем спит, представляете, я его спалил, так он обиделся. Так. Есть кто? Смотрите-ка. Один есть. Один кротокрыс нашелся. Так, ладно. Бандиты-то не возвращаются, нет? Ну, куда уж ты-то на меня? Так. То ли его грабануть? Стоять. Тут. Да, это криза. Воскресла. Значит, я знаю, где еще есть. Ну, тихо ты. Курица недомеренная, я даже не знаю, недоваренная. Уф. Тупая курочка. Давай. Пойдемте сюда, откроем. Ключ мой у него. Ой, как понять, свежесворованный. Просто сворованный. Опа. Руда. Плохо, какой-то рецепт забрали. Какой рецепт? Так. Стоять, свет. Еще что, еще. Все. Так, ладно. Ну давай, алкаш. Обмен. Покажи. Ну, по идее, забрать надо. Пробуем. Сейчас будет хорошая драка. Ага, хрен там. Загрузись. Он неубиваемый. По крайней мере, на вот сейчас. Так, идем далее. Кстати. Какой... Маленький зеленый гном. Так, подождите. Есть вот такая идея, туда вот залезть. Там сундучок такой должен быть, если я не ошибаюсь. Блин! Куда я бегу-то? В ловушку? Да стойте, стойте, стойте! Загрузить. Загрузить. Так.
Я уверен, что вас-то я сейчас полегче буду разносить. Ой. Не надо мне здесь кричать. Так. Вот сюда залезем наверх. И все равно же мы сюда собирались. Так. И вот отсюда сейчас их расстреляем. Да. Пока меня не спутали. Может быть. Лучше я не буду. Я вам как-то говорил, что они самые умные из всех. Поэтому не удивлюсь, если они сейчас залезут, падлом, потуда. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Ага. Так, посюда не могу. На. Еще немножко осталось. Первый есть. Где второй? У вас же три было, так что не надо мне тут. Появился шанс, тот куда-то убежал пока. Бежит бокал какой-то. Куда? Так. Еще раз на всякий случай проверим. Ты здесь? Нет, нету его здесь. Ладно, лезем в башню. Вон он. Говорю же, блин, он откуда-нибудь будут захочет просочиться. Ни на что не натыкаться. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Я не хочу сейчас ввязываться в драку. Ладно. Заходим. И сундучок, вот он. Забираем. А во второй части придется лезть наверх. Хотя и на первой части, я не знаю, наверх как-то можно залезть. Давайте сохраню, посмотрим просто ради интереса. Можно ли туда залезть и что там есть, если можно залезть? Ой-ой-ой. Смотрите, кто-то бежит. А кто бежит? Так. Наверху нету ничего. Кто это? А, вон кто это бегает. Ну тут уж я ни при чем. Так, подождите.
Только бы не убили его. Это мало ли что мне там, какую миссию запорят. Очки опыта, там какое-нибудь мясо принести, там куска 3. Да стой ты. Так. Тут как-то есть способ слезть. Тихо. Ну, естественно, еще. Вот так. Беднота. Блин, его ящер сожрал. Бандит? Нет, смотрите-ка. Это был просто бандит. Он просто мои очки забрал. Так, что тут, шнык? Нет, шныга надо выносить. Ну, смотрите, быстро. Так. Зелье, зелье. Как вот под водопадом, я не помню, есть что-то. Ой. Так. Что у нас есть под водопадом? Что-нибудь. Нет, нету. Давайте. Какие-то бронированные монстры там. Посмотрим. Так. Посмотрим. Дает мне мать, тут можешь по-человечески залезть. На. Я же знал об этом примерно, догадывался, как вы поступите. Поэтому сохранился. Да что это, мать? Так, вот сюда. На. Так, может мне мечом надо? Ну, хрена, с 37 на 27. Нет. Мечом тоже не надо, это все не то. Потом поднакоплюсь, возьму оружие посерьезней. Это вот против каменного голема только. Покусать успел. Ну ладно, хрен с тобой, кусака. Хотя вон расстрелять тебя можно было бы. Так. Свиток, зелье. Что, все? Блин, а как туда залезть-то мне? Туда надо, блядь.
И оп. Так. Стойте, стой, 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 стой. Куда? Отсюда смогу? Не смогу. Блин, где мне их расстреливать-то? Вот вроде как отсюда можно, да? Подождите. Смотрим. Два стражника. Вот, кстати, по идее, их расстрелять можно. Только... Ну-ка, давайте попробуем. Если только они ответочку дадут, нам хана. Как не говорил. Нам хана. Нам не удержать будет их удар, потому что у них оружие посерьезнее. Так. Да. Вообще не так. Так. Ой. В воду прыгать во второй части вот здесь можно. Самый быстрый способ — это добраться до дракона, чем все обходить, оббегать. Так, а я где? Где я по ним стрелял-то? Вот смотрите, бандит пришел. Да блин, в жопу. Я тебе серьезно говорю. Так, как бы мне слезть аккуратно? Эй, хлопцы. Ну-ка, поймайте меня аккуратненько. Как? Вот так, сюда. Потом сюда. Сюда. Вот. На. Ну идиот же. Молодец. Ой, с такими людьми трудно. Ну как так, в него стреляют, еще знают же, что не добежит, ни один хрен бежит. Причем на меня, а не от меня. Так бы, может, я бы за ним и не побежал. Вот тут еще можно нахренакать. А, впереди же еще. Так. А здесь я в первую очередь же завалил. Впереди же еще один этот горе-охотник. Еще один бандит раздетый, который мне попадется. Только я не помню, вот это тоже поди не нахренакаю. Эйдан. Эйдан, хватит жрать. У тебя все в порядке? Давай, я у тебя все заберу. Вот так. Ничего страшного, оклемаешься. Ты мне, конечно, помогал. Поздно раскаиваться, сейчас я тебя убью. Так. Чем ты меня будешь убивать, тоже неизвестно, конечно. Спорный вопрос. А-а-а. Что ты за мной бежишь еще?
YouTube голос один только оставил. Так, бандита нет. Все с вами ясно. Вон он. На, не убил. Так, а я муху подбил, да? Случайно? Или он ее убил специально? Ладно, как бы то ни было, пойдемте к самогонщикам. Сейчас мы все узнаем, все выведаем. Я им, падла, покажу уськину мать. Ты чего, ядрёна вошек, без меня какао пьёшь? Ох! Да подожди ты, ох, не охай. Так. Мухи. Так, мухи. Вельзевул здесь, наверное, входит. Повелитель мух. Так, ящер. Вот здесь ящерица должна быть. Есть? Что, без ящериц обошлось? Кротокрыс. Кротокрыс один есть. Блин. Ой. Раньше выманивал, сейчас так пьёс. Дай боже, как. Так. Да, вот так вот, если не знаешь, ты не найдешь, да? Случайно, если только нарвешься. Что тебе здесь нужно? Подожди. Так, нет, все-таки рано, значит, идти. Значит, не туда надо будет, к другим бандитам сходить, которые там за рапторами укрываются. Кстати, по поводу раптора. Можно попробовать вот здесь вот две штуки подбить, 2-3 штуки, сколько их там. Я не буду вмешиваться. Чужие проблемы не мое дело. Не мое дело. Давай. Так вот. Стой. Горный мох. В какой-то части он пригодится для того, чтобы к силе варить. Это, по-моему, третья часть или вторая. Так. А чё вас так много-то, ребятки? Давай по одному. Так. Ух ты, шансы есть, шансы есть, что я вас всех завалю, даже четверо их там. Смотрите, с какого расстояния он меня чует. Только не беги. Да, чё ты встал-то, блин? Чё ты встал-то? Маши! Слева направо, как тебя учили.
Эй, по одному, ребят. Блин, больше замахиваешься, дебил. Давай. Один. Так. Все, ждем. Блин. У меня тут свой динозавр, он проснулся, хвостатый, блин, тоже. Так, не мучай хвостатого. Взять ее. Так, ладно, это мы еще восстановим. Не суть важно. Ну давай. Ребятки, вы как-нибудь по одному. Так, блин. Так, если я в них стрельну, они на меня побегут. И тогда действительно весь план провалится. А так вот по одному, если их выманить. Так. Вроде последний там остался. Так, все. Вот и все. Так, теперь достань оружие. А как вокруг своей оси? Нет, я знаю, что он как-то делает вокруг своей оси. Так. Кто там? Ой. Подождите. Нет, загрузка-то. Итак. Фух, кольцо. Что мы тут? Чего, что ли? А не, смотрите, вот это гриб. Так, башню тогда отсюда даже видим. Ну, это я сделал. Я станки сделал там как прорисовку, чтобы дальше было видно. Так, давайте посмотрим, что за кольцо, и оденем его сразу. Кольцо жизненной силы. Вот и я. Блин. Я же к магам даже не сходил. На меня пропусть. А, мне пароль надо. А я пароль даже не знаю. Так, стоп. Тут вот скелет, если я не ошибаюсь, должны быть. Где ты? Ой, нет, еще одна такая.
блин, ни хрена себе. Так. Это здесь призрачный нет, который будет. Вот здесь. А нет, смотрите-ка, нету его. Может, может, в второй части он здесь. Мощный призрак такой. Ну, блин. Что, мне повезло, по крайней мере, на сейчас. А что здесь есть? Ну, что-то я пришел сюда ни зачем, кроме как очков, ничего не подобрал. А, мракорис должен быть, нет? Вон кто-то... Кто-то там есть. Говорю же, тут кто-то был. Мракорис. Давайте посмотрим, насколько я сильнее стал. Ну насколько, что я ему вообще ни хрена не сделал. Уйди. Уйди. А вот так-то я тебя точно прибью. На. Опа. Так, подождите, сохранить. Тихо, тихо. На. На. Куда ты убежал? Подожди-ка. Так. Где я этот лук достал? Я в нее попадаю, но почему-то не засчитывается. Еще чуть-чуть осталось, давай. Фу. Вот так. Будешь знать. Передячим паром. Так, давайте сразу дополнительную оставим сохранялку. С передячим паром, ну мы победили этого мракориса. Так. Соберем цветочки. Темный лист. Темный лист. Блин, там эти. О!
Пойду вот этих цыплят сейчас повыношу. Кстати, вот там это были звери, знаете, кого напоминает? Халве, Half-Life. А нет, это ящик в Half-Life, я думал, эти звери там были такие, уроды, кто-нибудь. Я думал, это они оттуда. Так. Где-то еще что есть. Вот. Немножко же похоже. Я же специально сохранился. Для тебя только бежать далековато. А так все нормально, ребятки. Подожди еще разок. Как-то ты быстро на меня. Обычно два удара успеваю делать, а тут не успеваю. Видите, не успеваю делать. Нет, не то загрузка, не та загрузка пошла. Хотя какая разница, вроде так. Нет. Мне охота ягодки опять собирать. Господи, ни хрена себе. Я-то думал. Вот это и... Больше боялся. Так, там скелеты у меня. Ну-ка, пойдемте-ка посмотрим, как других куриц можно там вынести. Если я так их выношу, вот, мне надо как-то сюда залезть. Это с той стороны делаться. Так, толпой-то они меня загасят в любом случае. Сейчас мимо ящериц. Чиз, как шмыганул. Ага, ушмыгался весь. Так, 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 успевай. Блин, блински. Везде засада. Так, это я где оказался? Ага. Все понятно. Наверх. Так, сначала ящериц. Все. С ящерицами покончено. Сейчас надо будет и волков также разделать. Ну где ты там? Говорили зря, ничего не зря, смотрите как.
как настоящий охотник, вышел, собирал дичь. Вот тебе и уровень. А вы... Эх, вы... Так, тут шнык ходил, точно помню. Медленно. Ходишь медленно, шныга. Блин, почему? Мне кажется, оружие очень сильно повлияло на то, что как я стал валить их. Урон. Сейчас хоть реальный урон имею. Так сказать, вес. Так, если у меня там волки. Откуда бы мне их пострелять? Давай-ка еще раз прицелимся. Блин, вы сразу толпой. Опа! На! 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 Сколько у вас там осталось? Еще давай. Давай, выходи. Нормально. Папа. Смотрим. А так бы стая бы, они ни хрена бы меня здесь разодрали бы. Ни кольцо, ни амулетик бы не помог. Так и грибок видел. Теперь обходим эту кучу. Попробуем вон туда залезть. Стая. Блин. Неплохо. Что там домик, правда, построил? А, человечку спасибо сказать. Так. Это, по-моему, ворочий лагерь ведет. Туда, куда я не пошел. Так, а мне слюну ползунов надо вообще, по идее, как бы. Да. А я куда приперся-то? Блин, здесь-то я был. Он с башни сюда спрыгивал. Еще и на дерево можно залезть. А мне надо обойти так, чтобы тех монстров можно было пострелять. Отсюда... Отсюда этого не сделать. Блин. Пробуем. Да блин.
Ни хрена. Будем тогда там посмотреть. Кстати, у нас там скелеты, надо посмотреть на скелетов. У меня же дробилка есть, скелетов хорошо должно выносить. Стрелы, кстати, скелетов не берут. Вот простые, по крайней мере, волшебные какие-нибудь возьмут. Простые не берут. В ребрах застрянут. Охохошеньки, хо-хо. Так. Эту ставим, мы там видели. Вот какой-нибудь деревце, пень какой-нибудь большой найти. Так, давайте пока сохранимся. Да. Сейчас мы вас там будем уничтожать. На, куда ты там ползешь? Самый хитрожопый, что ли? И на. Вот так. Сейчас еще потом орка будем ты вот отстреливать вашего. Все, вот так. Фух. Давайте пробовать орка подстрелить. Еще немножко. Вот и все. Вот здесь спустимся, здесь поменьше ползать. Пошли собирать. Ой, развалился тут как лошадь неприличная. Ой, не то. Разворот. Поворот. Ну пойдем. Книжите. Я не знаю, смогу я ее вынести, то нет. Там у них главарь, если я не ошибаюсь, тоже может быть. Не жить. Ау. Или какой-то талисман надо дверь открыть. Не, смотрите-ка. Дверь открыта. Блин. Ладно. Да хрена. И они все разом еще ползут. Давайте, нападайте на меня все разом.
блин. Ладно, не пойду я туда. По крайней мере, сейчас и в этой броне. Но тогда вполне уже можно идти и гасить их. Все, идем в новый лагерь. Рассказываем, что мы узнали на сейчас пока что. Я не знаю, нужно это новость или не нужно. Именно за это нас отправляли или нет. Или надо ждать, когда... А что за амулет? Вот амулет есть. Бандит есть. Бандит это... Который я знаю. За каким хреном они здесь нужны? Какое-то задание должно быть. А если я их перебью? И что будет? Так. Ну-ка, мне сейчас оружие вытащу. Он за мной побежит. Наверное, ты прав. Давай. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может. Самый крутой арбалет это вот желтый полосой, типа как у. Надо подождать время. Спешка не доведет до добра. Мне уже надоело это слушать. Че? Никак. Не думаю, что здесь можно. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Попозже с вами расправлюсь. А так, я уже и так крут. Что у нас там? Да не это. Время к 7 вечера. Кому нельзя доверять? Вокруг слишком много предателей. Слишком. Слишком. Уже тогда было ясно. Да, рассказывай. Привет. Кому нельзя доверять? Вокруг слишком много предателей. Ты можешь что-то предложить? Так. Это не слишком. Ты ничего не можешь предложить. Поговорим о чем-нибудь другом. Я не имею отношения к этому делу. Пароль. Не думаю, что здесь. Мне надо как-то из воров дальше продвигаться. Ярвис. Опа. Какая-то охота должна быть. Блин, кого тут можно еще захреначить? Это так, да нормально, чтобы было. Чужие проблемы не мое дело. Ярвис. Конечно, его злость тут не так поможет. Ты говоришь? Так. Ты вообще должен быть в новом лагере. Давай, Ларс. Ну к тебе пришел, хорош бухать. Все время. Привет. Хотя бы иногда трезвый. Я хочу. Чему ты обучиться? Ловкость, сила, нет. Смотрю со стороны. Мне пока это все надо. Глупость неизлечима, я давно. Такое со мной больше не случится. Так. Привет. Хотел бы я попасть в подобную переделку. Мне бы не помешало. Мне. А что я тебе нельзя верить всему, что говорят. Интересно, а в этом что? Блин. Ты хочешь сказать? Ну, давай, не вот. Думаю, что здесь можно хоть что-нибудь 125. Изменить. Не думаю, может, а здесь я тебе... На. Я думал, это уже давно решенный на. Вопрос. Это же не мое дело. Как можно не понимать? 129. А в этом что-то есть. Ты хочешь надо сказать... Нельзя время. Верить всему, что говорят. Все, все. Нормально? Нужно все довольны. Шакал или кто-то об там. Этом слишком много болтают. Привет, дружище. Хотел бы я попасть не в подобную думаю, переделку. Ты выучил все? Ты говоришь... Так, не ты. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Делу. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Бастер. Привет. Знаешь, же, надо выждать время. Нет, не спешка не доведет до добра. Здесь нельзя говорить, что попало. Сохрани это в тайне. Просто подумал, может быть, ты захочешь. Это мы знаем. Нет. Лучше я пойду. Много провали! Со мной такого не случится. Нет, назад, назад. Так. Да.
Я не имею отношения к этому делу. Может быть, это правда. Как можно не здесь понимать? Никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Интересно. Да, а в этом что дело хитрое? Просто подумай. Так ты говоришь, я верю всему, что говорят. Отличная драка! Здесь драка! Ты с такого расстояния-то? Не жирновато ли тебе будет-то? Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Не хочу бежать, а потом оттуда туда. Не думаю, что здесь просто подумать всему, что говорят. Знаешь, а в этом что-то об этом есть. Больше не... Хватит с него! Давай-ка я тебя все заберу. Что случилось? Об этом не самое лучшее болтает. Решение. Возможно... Че, получил? Вот так вот. Мне уже надоело это слушать. Тогда было ясно, что этим дело не кончится. Ну вставай, я ж тебя не насмерть убил. Такое со мной больше не случится. Ты хочешь сказать? Я тебя... В этом деле главное выждать время. Потом видно будет. Стой. Здесь никому нельзя доверять. Ой, обиделся. Слишком много предателей, слишком... Я не причастен. Мне казалось, что эта проблема давно решена. И почему нельзя держать... Вор. Только не говори, что, блин. Об этом слишком много болтают. Если ты конечно, думаешь, думал, его злость давно решенный вопрос. Я не имею отношения. Так, ладно. Может быть, пойдем, я к тебе пойду, Мак. Все было гораздо больше лучше. Этого не случится. Как можно я стал одним из людей Ларса. Я стал одним из людей Ларса. Теперь я могу носить послание магам огня. У тебя есть для меня что-нибудь? Да, есть. Но тебе нужен знак нашего посланника. Иначе люди Гомеза не пропустят тебя в замок. Вот возьми это письмо и знак. А теперь тебе нужно спешить. Так, я хочу увеличить свою магическую силу. Нет, я хочу... Я хочу... Слишком много предателей. Так, здесь учение богов. Ну так-то недорого. Самое лучшее решение. Ты хочешь сказать? Сколько можно повторять? Я тем более сейчас продам рецепт эссенции магической энергии. Что-нибудь изменить. Ну попробуем. В этом деле главное выждать время. А потом... Так, мне надо что? Ледяная стрела. Кстати, она конечно, мне нужна будет. Злость тут не поможет. Шаровая молния нет. И вот как можно не понимать ему свет, ледяная глыба. Здесь никому все нельзя доверять тоже. Вокруг слишком много приятных. Давайте конечно, посмотрим, что я могу предложить. Я могу предложить. Нельзя верить. Здесь нельзя говорить, что попало. Я давно это знал. Это. Об этом слишком вот много этих, болтает. Да ради нельзя бога. Верить всему, что говорят. Я не хочу в это ввязываться. Так. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Что здесь могу? Нельзя говорить, что попало. Амулет, ну так, бонус. Амулет пламени. Здесь никому нельзя доверять. Защита от огня 10. Ну, кстати, неплохое. Это к ловкости. Если я выпью, мне ловкость прибавится, это зелье скорости. Вот. Мне казалось, так. Что это проблема. Я не причастен. Кстати, этих зельных скорости купить надо хоть поболее. Глупость неизлечима. Мне хочешь сказать это слушать? Я думал, это уже шершень. Вот это я купил, можно продать уже. Чужие проблемы. Нельзя верить всему, что говорят. Что еще есть? То, что сейчас. Это же не мое. Из этого сделаем оружие, продадим. Тогда было ясно, что этим дело не кончится. Не. Не самое лучшее. Остальное решение. Можно, конечно. Сохрани это в тайне. Людям лучше этого не знать. Отдать вот так. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Возможно. Знаешь, а в этом что-то есть. Так, 700. Не самое лучшее решение. Вот так. Не хотел бы я попасть. Сойдет? На переделку. Я думал, это уже давно решено. Подтвердить. И еще один обмен. Я хочу приоп... Только сейчас заметил. Ты хочешь сказать? Я не причастен к этому. Ух, я тебе дам. Наверное, ты прав. Так.
Ты хочешь сказать? Возможно, здесь никому да нет, раньше, нет, вот это гораздо слишком лучше. Много предателей. Так, 60, 70, 80. Сколько можно нельзя повторять одно и то же? Доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Подтвердись. Не думаю, может быть, это правда. Об этом слишком много пока болтает. Меня не впутали. Знак надо носить. Амулет посланников мага воды. Нельзя верить всему, что слышишь. Глупость неизлечима. Давай лучше сменимся, такого не случится. Блин. Волчара, блин. Я сейчас, если ползунов перебью, где ты мне панцирь-то потом? Или не в этой серии ты мне будешь панцирь-то делать? Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Блейд. Блейд, ух ты. Охотник на вампиров. Так, а у тебя как жизнь, как у вас тут проблем много, кто здесь главный? Так. Я не имею отношения к этому. Я бы хотел быть наемником. Это не так уж сложно, если ты докажешь. Но ему нужны такие люди. Ну, так я и подумал. Может быть. Так, это мы были, значит, у тебя разговаривали. Потому что разговор я такой помню. Другим не нужно рассказывать. Наверное, ты прав. Возможно, не самое лучшее решение. Наемник. Наверное, ты прав. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Я хочу. Ли не возьмет к себе неизвестно. А до этого тебе придет, если хочешь, если воры. А как? Сначала. Есть шахты, я что-нибудь и так буду тащить. Нет, сейчас. Уж лучше я посмотрю со стороны. Вопрос. Так. Как? Пока магам удается поддерживать. И почему? Это мы тоже знаем. Это мы тоже знаем. Спешка не доведет до добра. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Ну да, повернись, Ли. Ли! Не поворачиваться. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Так, если меня сейчас не пропустят туда к магам воды, я здесь на твоей кровати спать лягу. Раньше все было намного лучше, чем между нами. Тревога! Чужой! Это такая выходка, как и труп. Себе. Вот и поговорили. Все, я на своей кроватке буду ложиться спать тогда. Надо выждать время. Спешка не доведет до того. Я хочу стать наемником. Но ты еще не готов. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так. А, нет, я не здесь лягу. Подожди. Есть одна тема, где можно попробовать. Раньше все было намного лучше. Если это получится. Раньше, когда мы взламывали и ломали игру. Вот. Сколько время-то у нас? Нормально, как раз до полуночи. Здесь никому это не слишком интересно. Поговорим о чем много предать. Так ты говоришь. Привет. Такое собрание не мое. Я узнал кое-что о сектантах. Здесь ну, никому нельзя. Узнал что-нибудь? Вокруг я пока не смог ничего разузнать. Конечно. Так займись делом. Наверное, ты прав. Это не слишком интересно. Поговорим о чем. Покажи мне свои товары. Я узнал, смотри. Я не знал. Я извиняюсь, но я не извиняюсь. Это что за... Нельзя верить всему, что не слышишь. Хотел бы я, чтобы так со мной поступили так же. Чужие может быть, проблемы это не мое дело. Больше давай, не хочу слушать эту полуречимо. Я давно это знал. Интересно, а в этом что-то есть? Уже а тогда там было ясно, что этим дело не кончится. Нельзя верить всему, что говорят. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Больше не хочу слушать эту болтовню. Нужно это думать, же не мое дело. Прежде чем что-нибудь говорить. Так, и еще тебе дам. Только между нами, другим не раньше нужно рассказывать. Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Я не причастен лучше к этому делу. Я посмотрю со стороны. Что-то тебе дать. Так ты говоришь... В этом деле чужие главное... Чужие проблемы, да, вот не мое дело. Потом видно будет. Так. Все время одно. Давай лучше сменим тему. До полуночи. Ну, рассказывайте. Интересно, а в этом говори, хватит пить. Привет. Что ты можешь? Может, лучше спросить? Пока раньше нет, я не могу. Так возвращайся. Это тот, который, блин, я не знаю, что с ним делать. Подождите, он потом уже не всплывет. Или я привет, вспомню. Дружище. Надо лучше сменить время.
Здесь почему нельзя держать язык за зря? Может быть, это правда. Понятно, все понятно с тобой. Уж лучше я посмотрю. И почему нельзя... Джереми, идиот. Нельзя верить всему, что слышишь. Знаешь, никому нельзя доверять. Поднялись. Возможно... Оп. Об этом слишком такое много со мной болтает. Больше не случится. Все время одно и то же. Знаешь, а в этом что-то нельзя есть. Верить всему, что слышишь. Ну зачем ты разбудил меня? Нет, значит, не так. В другой кровати начну спать. Только между нами. Другим не нужно рассказывать. Надо я не быть честен к этому. Слежка вот сюда. Не ведет до добра. Мне казалось, что эта проблема давно не уже решена. Вот так. Не хотел бы я сделать всему, что слышишь. Мне казалось, нет. Что эта проблема раньше давно уже решена. Ну зачем ты разбудил меня? То, что сейчас. За хлебом. Ты говоришь, сохрани это в тайне. Людям не лучше думаю, это нужно здесь... Не Больше пришел. Не ладно. Не самое деле главное выждать время. Что ж, давайте я тогда добегу. Интересно, уж а лучше я посмотрю со стороны. Да, дурное дело не хитрое. Добегу до шахты. И думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Вот. Кто думает, что... За другой лагерь проходить лучше. Пишите тоже в комментариях. Опишите, чем лучше проходить за старый лагерь или лагерь сектантов. И кем вы заканчивали игру эту, если играли. Ведь в своем роде, если... Так, я помню год. 2001 год. Нет. Когда, ну, может и да, может 2001 год вышло. Точно не могу сказать. Потом только уже моды пошли на нее. Сначала сырые, сейчас вроде нормально. И балансировка, и все есть. Там нету никого. Эх. Столько мяса упустил. Ну как упустил? Оно просто не появилось. А там хватает. Блин. Вот в других частях здесь все орками засыпано, завалено прямо. Стоять. Вот так. Все, пойдем. Ночью тут ничего не видно, все размывается. Похоже, как будто туннель, на самом деле это камни. Ну, можно принять за туннель. В это вмешиваться. Алло. Чужие проблемы, не мое дело. У вас... Да недостаточно у них. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Так. Пойдем, пойдем, прыгай, прыгай, кузнечик. Подземелье там, какая разница, ночь или день у нас там. Это ж подземелье. Вау. Ну что ж, пока увидимся в следующем видео.